Ух ты! Как круто, блин! Вау! Наступила ночь и проснулась вся Айя-Напа. Это что? Стрип-клуб? Можно туда пройти? Всем привет, я Элли Ди, и сегодня я нахожусь в городе Айя-Напа на Кипре. Сегодня мы пройдемся по центру города, а в самом центре находится парк развлечений, где очень много разных аттракционов, на которых я, естественно, сегодня прокачусь. Ну а вообще, честно сказать, вся движуха здесь начинается с наступлением ночи, то есть днем очень-очень жарко, и все спят, по ходу дела. И как только солнце садится, здесь начинается движуха. Ну, сейчас уже почти что перед закатом, ну, через часик солнце сядет, и здесь станет очень шумно. Ну, а пока мы пойдем в парк развлечений. Ну что, мы заходим, но для начала подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну, а теперь пойдемте. А это Ghost Train. Поезд с призраками, блин, это очень страшно, мне кажется. Ну, не знаю, надо попробовать, чтобы узнать. Я пойду туда. Так, мы заходим в Ghost Train. Ой, блин, ой, не надо так резко, ребята. Снимай давай. Ой, черт! Что это за фигня была сзади? Снимаешь или нет? Да. О, черт! Фу, как здесь воняет! Мама! Что это за фигня была, ты видел? Ой! Иисусе! Голова какая-то! Мама! Мама! Снимай это! Господи! Ребят, ну это было так себе страшно, скажу вам честно. То есть мне было страшно только когда рельсы как-то сильно дернулись. Все остальное мне было совсем не страшно. Ну, почти. Ребята, мы зашли перекусить перед аттракционами, поэтому у нас сейчас на столе, на столах вот такая печеная картошка с разными наполнителями. О-о-о. Это с курицей, а вот это с тунцом. Итак, мы поели и пойдем на следующий аттракцион. Ох, наш багги. Сейчас я переобуюсь, потому что сейчас пойду на карусель, и там могут мои шлепки слететь пляжные. Поэтому надо переобуться. Ребята, пока еще окончательно не стемнело, я думаю, самое время сейчас будет сесть именно в колесо обозрения, чтобы можно было увидеть весь город, море, ну, короче, все-все-все. Так что мы идем сейчас на колесо обозрения. Hello. Окей. Желтая чашечка у нас. Ой, ребята, это вообще очень круто. Я рада, что попала именно в это время сейчас, когда сейчас будет все видно. Я хочу посмотреть Айя-Напу с высоты птичьего полета. Кстати, ребята, высота этого колеса обозрения 45 метров. То есть мы поднимемся сейчас на 45 метров. Еще она как-то крутится вот так вот. Воу-воу, мы начинаем подниматься. Мне уже очень нравится здесь. Ух ты, как круто, блин. Как красиво, видно море, посмотрите, там море. Я не знаю, прям завораживает, посмотрите, какие белые здания у всех, ну, одинаковая такая архитектура. А вот это, смотрите, вот этот аттракцион «Рога», он подбрасывает такую круглую штуку наверх. И эта круглая штука стоит 25 евро с человека, и там только двум можно. То есть, если мы, допустим, с моим парнем пойдем, это будет 50 евро стоить. При этом это один выброс всего лишь наверх, и всего-навсего там несколько секунд все это занимает. А сейчас вы можете увидеть весь этот парк развлечений, какие тут есть карусели и развлекалки. Знаю, сколько я всего за сегодня осилю разных каруселей, ребят, я не знаю. Но хочется максимально попробовать. А, еще немножко закладывает уши из-за того, что мы поднимаемся наверх, и там вниз как бы сменяется давление, как в самолете. И еще есть вот такая вот крутилка, так скажем, крутилка весы, что ли, я не знаю, как даже спиннер. Это. Спиннер? Да, это, короче, спиннер для людей. Минус там такой, что мы снять не сможем, да, потому что там нельзя с собой брать аппаратуру, вот в чем проблема. Мы же хотим еще, чтобы вы все увидели вместе со мной, прокатились на всех-всех-всех аттракционах. Ой, блин, какой закат, как круто, как красиво. А вон тот купол, это цирк Айя-Напы. Он такой, знаете, как цирк Шапито. Каждый день представление, все такое. Вот это пляж. Ну, здесь очень, конечно, красиво и более людно, чем в том месте, в котором я живу, потому что там, где живу я, это типа такой район дач. Ну, не знаю, ну, короче, там нет никакой тусовки, а в Айя-Напе есть. Я думаю, что через час уже солнце сядет. И мы обязательно попадем с вами в ночную Айя-Напу, самое тусовочное место на Кипре. Смотрите, вот эта штука начала вращаться.
О боже. Так, ребят, мы сейчас поедем кататься вот на этом аттракционе, вот на вот этом. Что-то типа американских горок, но только там еще чашечка вращается, в которой сидишь. Это какая-то адская штука, ребят. О, Господи Иисусе. Это адская штука вообще просто. Ой, елки-палки. Зря я на это согласилась. Держи камеру, пожалуйста, тебя умоляю, двумя руками. Господи Иисусе. Это еще все на высоте? Жизнь моя. Так, аккуратно, держи камеру. Держи камеру. Блин! Ее швыряют в разные стороны, как хочет! Камеру держи! Господи, я надеюсь, это все конец! Мамочка моя! Я надеюсь, вас не стошнило! Это было жестко! Нормально, короче, повеселились. Это было очень круто, ребята. Это было реально очень круто. А выглядело все не так страшно со стороны, хочу вам сказать. Знаю, это, мне кажется, покруче, чем американские горки. Но в том плане, что на американских горках как бы есть там мертвая петля, то есть вот такие штуки, когда очень страшно, да, их преодолевать. А здесь, помимо того, что тебя разворачивают в разные стороны, так как чашечка крутится, ты еще иногда летишь просто спиной вниз куда-то. Это просто страшно. И на поворотах, особенно на высоте, так заносит и выкручивает. Смотрите, сейчас будет жесть. Сначала им подают туда, короче, дым какой-то в этом шарике. Вот так. Ой, блин. Ё. А потом что-то начинает все кружиться, короче. И все, это реально один выброс наверх 50 евро. 50 евро. И снимать нельзя, естественно, потому что все выпадет. Ну ладно, пойдем туда, где можно снимать. Ребята, видели, со мной девочка стала фотографироваться? Она увидела мои сторис в Инстаграм, узнала, что я здесь. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Кстати, пока у нас не включили эту карусель, я думаю, сейчас уже включат и мы начнем крутиться. Я сегодня на канале о питомцах сняла видео «Бассейн развлечений для моей собаки Джина». Плавала в бассейне, мы с ней прикалывались. Обязательно посмотрите этот ролик сразу, как посмотрите этот. Ссылка в описании под этим видео на мой канал о питомцах. Если вы меня узнали, обязательно покажете вот так, это знак Элита, то есть подписчики Элиди. Ну когда же включат уже? У меня еще такие, короче, тяжелые босоножки, ребят, очень тяжелые. Мне кажется, у меня ноги будут вообще выкручиваться. Я уже качаюсь. Ура! Ух, с ветерком! Жесть! Держи камеру! О нет, только не выключайте! Вообще просто кайф какой-то! Вау! На самом деле, я так люблю фоткаться со своими подписчиками. Ну ладно, это тоже мой подписчик будет. Что сразу, когда вижу, когда мне кто-то показывает знак Элита, я сразу все бросаю, бегу обниматься, фоткаться. Ты тоже подписан, да? Если ты мой подписчик, ставь палец вверх обязательно. А если не подписан, то подпишись. А теперь, ребята, самое интересное. Наступила ночь и проснулась вся Айя-Напа. И мы сейчас пойдем гулять по главным улочкам. Все тусуются. А передвигаемся мы еще на одном аттракционе под названием Багги. Вот такую классную машинку мы арендовали на несколько дней, чтобы передвигаться по нашему городу и не только, за пределы. А сейчас поехали в центр Айя-Напы. Ну, поехали. Давай направо. Вау, вот такой вот багги. Вы сейчас путешествуете со мной. Ох уж этот парк развлечений. Клево там провели время, вообще просто супер. Смотрите, лимузин, тут так интересно, тут такси, лимузины, короче. Представляете себе, ребят? Я знаю почему, потому что очень часто путешествуют большими семьями, но там много детей, там много членов семьи. И в одну машину все не помещают. Очень много людей, все выползли, жара спала. Ну как спал, на пару градусов. Такого же фламинго я себе купила в бассейн на Пэтс-канале. Вот можете увидеть. Ссылка в описании на Пэтс-канал. Еще можно арендовать вот такие штуки. Вот, они там копейки какие-то стоят, но мы арендовали покруче. Багги! Это что? Стрип-клуб?
ночь в Айанапе в самом разгаре. Айанапа – это самое тусовочное место на Кипре. Здесь, ну, реально есть где потусоваться, поразвлекаться, куда спустить все свои деньги, которые ты отложил на отпуск. Живой очень живой город, такой прямо шумный, живой город. Мне нравится ездить на баге, потому что это полностью открытая такая машинка. Все видно, обдувает ветерком, вообще просто супер. Идеальная машина для путешествия по теплой стране. А интересно, зачем вот эти вот? Что, реально можно туда пройти? Ну, я думаю, это же не просто так, значит, можно. Слушайте, ребят, ну я впервые вижу, чтобы было разрешено лазить на фонтан. Ребята, ну как вам ночная Айанапа? Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. И увидимся!